Сразу два первых места на Кубке Башкирии по авиамодельному спорту занял магнитогорец Кирилл Шмыгли. Юный чемпион участвовал в этих соревнованиях в двух классах – резиномоторных моделях и планерах. Кстати, в своей возрастной группе 10-летний спортсмен уже давно известен далеко за пределами города и области. Наша съемочная группа оценила всю россыпь его наград. Вот этот вот кубок я выиграла, когда мне было еще 5 лет. Вот этот кубок мы выиграли в Уфе. Два вот этих вот были в Башкирии. А вот этот на аэродроме было. А вот эти я выиграл, вот три выиграл в Доме творчества. Сейчас в копилке достижений Кирилла 9 кубков и 20 медалей. Для мальчика 10 лет успехи более чем внушительные. Эта страсть у Кирилла появилась благодаря отцу Максиму Шмыгле, мастеру спорта по авиамоделированию. 2 года назад. Когда начали появляться более-менее достойные результаты на более серьезных соревнованиях не городского уровня, а областные соревнования, на Кубок Башкирии мы ездим постоянно с ним. Вот. Когда начали появляться достойные результаты, тогда мы поняли, что да, не зря все это. Все самолеты сын и отец делают вместе. Начинали с самых простых, так называемых комнатных моделей. Дальше больше. Сейчас в коллекции Кирилла есть экземпляры поинтересней. Вот такой самолет относится к классу F1G резиномоторных моделей. Вот с помощью чего она вот летит. Резиномотор весит 10 грамм, а сама вся модель с резиномотором 80 грамм. Крылья делал, стабилизатор делал и киль. А дальше папа мне помогал. Выступала с ними на областных соревнованиях в Уфе, в Челябинске. В самолете установлен специальный часовой механизм, который и определяет время полета. Соревнования проходят в 5 туров. В каждом из них модель должна пролетать 2 минуты. После этого поднимается стабилизатор, торможение, чтобы она не попала в восходящий поток. Потому что она может далеко улететь и не найти. Увлечение авиамоделизмом не только интересно, но и полезно. Развиваются такие качества, как реакция, глазомер, тактическое и конструкторское мышление. Приобретаются навыки работы с различными материалами и инструментами. Такое хобби одобряет и мама Кирилла, Юлия Шмыгли. Я единственная только езжу на соревнования и смотрю, как они выступают. Ну и трофеями домой приносят. Мама, закрой глаза. Показывают мне свои медали и кубки. Возможно, что совсем скоро мама порадуется новым трофеем сына. В этом году в Магнитогорске пройдет Всероссийская олимпиада среди школьников по авиамоделированию. Павел Берсенев, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.